Закончилось первенство области по футболу среди ребят 2006 года рождения. Заключительный 8-й тур прошел в нашем городе на стадионе управления магистральных газопроводов. По результатам всех игр слонимчане стали третьими и завоевали бронзовые медали. А победила команда со Сморгони. Третье место команда США «Слоним», город «Слоним». США, номер один, город «Слоним». Ну что, приглашаем команду, бронзовые призеры, приглашаем. Поздравляем. Молодцы, мальчишки, молодцы. Кто получил отходить? Просто сюда-сюда все проходим. Вот сюда вот проходим, вот сюда. Нет, сюда. Коллекцию, много уже медалей. Команда «Белкарт». «Белкарт» крупно. Красивый кубок, а также победу в этом нашем переезде праздновала команда города Сморгонь. Вот там, ребята. Поднимаем кубок сначала. Головой фотографируем-то. Все подошли к кубку. Улыбайся, ребята, улыбайся.